Ну что ж, ребята, всем привет, это Михаил и канал Video Game Addiction, игра Terrany. Окей, в предыдущей серии мы, в принципе, порешали дофига всяких делов, мы провели неплохую зачистку, как она называется, в ржавых каньонах, и получили задание на Текс. Так, добраться до перепутья звероловов, ага, чтобы найти Матиаса, это, насколько я помню, глава несломленных, да, тут, в принципе, это указано. И получили задание «Брешь между мирами». Ага, это отправиться в старые стены, ну окей. Но начнем мы «Как сломать врага». Это будет наш первый квест, он второстепенный. Так, давайте смотреть, что у нас тут происходит. Несломленные. Ой, все плохо. Да, отношения у нас с ними ни к черту. Вы убили солдата несломленных 39 штук. Вы убили Элию, уничтожили силы несломленных в ржавых каньонах. Вы напали на Элию, несломленных в ржавых каньонах. Вы запугали Элию и несломленных в ржавых каньонах. Ну да, их немного это расстроило. Ну, не то чтобы они перки какие-то крутые давали, но такое. Так, ладно, у нас получил уровень Лантрия. Так, что бы ему поднять-то? Вот так вот, чтобы у него все-таки не все так плохо было. Так, будем ли мы качать ему атаку? Да думаю, нет. То, что мы там кулаками махали, это, конечно, так. Глума. Просто потому что... Ну, просто потому что почему бы и нет. Чисто чтобы, скажем, быстрее качаться. Так, дальше что? Ну, очевидно, что мы вкачиваем вот эту штуку, чтобы у нас бафы были такие более шикарные. Так, книга чей? Десять к знаниям, вот это неплохо. 20 к знаниям, 30 к знаниям. Хорошее умение. Может, еще и это покачаю. Так, перо. Не думаю, что перо мне нужно. Так, хорошо, давайте посмотрим, что мы тут насобирали. Так, это сюда, это сюда, это все не надо. Так, сломанный шлем сюда, сломанный шлем сюда, это сюда. Так, немножко прибрались. Так, щит несломленных. Барик, будешь его носить? Или тебе не по масти? Парирование маленькое, вот уклонение неплохое, но он типа и меньше. Ну, я думаю, поскольку он дороже, значит он, наверное, лучше. Бедный барик, прости меня, пожалуйста, за то, что я на тебя щит несломленных нацепил. Так, тяжелая броня, убираем ее. У нас ее уже немерено скопилось, с одной стороны. От низкой. Тяжелая броня. Броня 5, броня 5, 6. Вот эту мы продадим. Так, что у нас тут еще? Ничем не отличаются. Просто интересно, как мы выглядим в таком шлеме. Они одинаково уебанские, конечно же. Так, что еще у нас тут есть? Одноручное оружие. Интересно. Лучше бронзового топора. Совсем чуть-чуть по двум параметрам. Так, а вот она уже значительно лучше.
так вот. Так. Я думаю, оставим их себе пока что. Или продать, я думаю, топор 46. Оставим пока что. Пусть будут. Так, это что? Одноручное оружие. Железное копье опальных. О, господи, у нас этих копий уже, я думаю, девать некуда. Хотя вот эти типа неплохие. Так, вот это продадим. Смотрим дальше. Так, тяжелая броня. Тоже уже много у нас ее. Тяжелая броня не надо. Броня 2. 0. У этой броня 1, но по каким-то непонятным принципам она стоит дороже. Этих у нас 2. Тоже не надо так много. Так. Это у нас еще. Опять копье какое-то, наверное. Абсолютно лучше сердце битвы. А, это кинжал. Замечательно. Фуги может поменять. Это парирование, это точность. Нее даже лучше будут, поэтому вот сюда. Так, это у нас двуручное оружие. Барик, настало твое время. Ого, вот это да. У нее тоже есть разрушение. Но у нее еще истребление есть. Модификатор критического урона. Этот молот грязный и неопрятный на вид, но эти качества не уменьшают его грубой эффективности. Наружу нет либо каких-то дополнительных украшений или магических знаков, но оно сбивает с ног то, что не убивает сразу. Головка молота потемнела от смеси ржавчины и осколков костей, въевшихся в металл. Прекрасно. Ого, нихера он какой с ним брутальный стал. Да ладно, у него знаний больше, чем у меня на целую единицу. Никогда бы не подумал. Но окей, сохраняемся. Немного таким макроменеджментом позанимались. Давно мы ничего подобного не делали. Торопясь не в полубитвы. Так, ну что же. Два места у нас подсвечено. Брешь в старых стенах и перепутье Зверолова. Пойдем в перепутье Зверолова. Второстепенное задание у нас. Отлично. Так, там какой-то чувак лежит, с которым можно поговорить. Бронзовый оруженосец. Хера их тут, сколько трупешников. Вы замечаете солдата, полулежащего на земле в неудобной позе, с согнувшейся спиной. Сквозь слой грязи и крови, покрывающий его потрепанное одеяние, вы различаете цвета и символы несломленных. Каждый хриплый вздох дается ему с большим трудом. Когда вы подходите, он слегка поворачивает голову к вам, но, похоже, у него нет сил поднять ее вверх. По этому пути могли пойти только те, кто взял сумрачный бастион. Если это ты, то я умру с проклятием на губах. Значит, вот и все, просто убей меня быстро, у меня нет сил продолжать. Он натянуто улыбается, и из уголка его рта вытекает струйка крови. Тебе нужна помощь, я могу перевязать раны. Бладенмарк меня просто возненавидит. Что здесь произошло? Битва, судя по всему, он поворачивает в сторону ветра и принюхивается.
Не особо впечатляющая, но кровавая, говорит Барик. Он поднимает голову и морщит, смотрит на вас. Алый хор, они гнали нас по этой пустоши, нападая раз за разом. Похоже, теперь они загнали нас в тупик в этом проходе. Я был в первой линии защиты, когда моих товарищей не стало. Хор пошел дальше. Я думал, что мне повезло, что они не искали выживших. Через несколько часов я уже стал думать по-другому. Его сухая улыбка быстро сменяется на гримасу боли. Где сейчас Мэтиас? Мэтиас, если он жив, то он с остальными моими земляками. Он делает слабый взмах рукой куда-то вдаль. У меня есть важные вопросы. Он выкашливает сгусток крови и смотрит на него с удивлением. Боюсь, у меня осталось слишком мало времени, чтобы услаждать твой слух рассказами из истории оплота. Лучше проведу последние секунды своей жизни, вспоминая настоящие цвета неба. Он сосредотачивается на грязной стене туч над своей головой. Ну что ж, давайте предложим ему помощь. Позлим немножко Бледена Марка. Тебе нужна помощь? Я могу перевязать раны. Я вижу, ты оптимист, но он не изранен. Но он изранен слишком сильно. Я могу применить исцеляющее заклинание, но боюсь, это лишь продлит его страдания и не даст ничего, кроме ложной надежды. Не думал, что кто-то из солдат Аше носит бинты. Вы, гады в латах, практически заново отращиваете конечности. Хотя, раз ты из суда Тунона, то я не знаю, на что ты способен. Позволь ускорить твое путешествие в небытие. Да, бедняга Лантри испугается от подобного поступка. Мужчина заходится в приступе кашля, и из его рта выплескивается безобразный поток крови. Он уже не хватает ртом воздуха, издает глухое глотание и, наконец, безжизненно опускает голову на грудь и перестает шевелиться. Так, ну, конечно же, мы загрузимся, чтобы не портить отношения с Бледеном Марком. Он такой встал, сел. Да. Так, в кучу всяких бутыльков, пока особо ничего интересного нету. Так, а вон там... Ага, алый хор, понятно. Тут бронзовый оруженосец, стоят, смотрят друг на друга. Когда алый хор видит возможность пополнить ряды своей армии, его не остановить. Несломленные держались гораздо дольше всех прочих. The Unbroken have held out longer than most. You didn't see nothing. Так, алую фурию вижу. Судя по ее шлему. Так, тут такое прям солидное перепутье. Со всех сторон кто-то стоит. Но алый хор к нам прям враждебно сразу же настроен. Do you have eyes on this? Фу, зараза какая, а. Алого хора, причем тут большинство такое прям осязаемое, считайте, он с трех сторон стоит. Ну, давайте сначала с этими ребятами поговорим. Right. Знаем, что они могут мне предложить. На страже у входа в импровизированный лагерь стоит воин несломленных с большими темными кругами под глазами. Полосы песка и ржавчины покрывают его изношенный доспех и обветренную кожу. Кто ступил на землю несломленных? Голос стражи дрожит от усталости. Все, кто в эти дни проходят на перепутье Зверолова, каким-то образом вовлечены в войну. Говори, зачем пришел, учти, я без колебаний убью тебя, чтобы перестраховаться. Солдат смотрит на вас пристально и решительно. Опиши мне положение дел здесь.
Я не собираюсь ничего рассказывать одному из чудовищ в латах Грэвина Аша. Возвращайся на север, ясно? Какая милаха, ни разу еще не встречала такого невинного и зеленого человека с тех пор, как покинула ферму, говорит Фуга. Я ищу Мэтиаса, он твой командир, верно? Это он, да, прищурившись, она скептически вас рассматривает, а потом зовет кого-то за своей спиной, слегка повернув голову. Капитан, у нас гости, вид его мне не нравится. Так, Мэтиас, значит, да? Боец несломленных выглядит бледным и изнуренным. На его манере держатся... Значит, чё? На его манере держатся, начинают отражаться те ужасы, которые ему пришлось пережить. Но он носит свои шрамы и нервные подергивания с достоинством ветерана. Мэтиас, капитан этих солдат на перепуте Зверолова и всех несломленных. Он осматривает вас с ног до головы и кивает, когда какая-то догадка формируется у него в голове. Даже так далеко на юг до нас дошли новости о приказчике Тунона, который прорвал осаду колодца Виндериенов. Если ты пришел сюда, чтобы повторить такую историю, то позволь прояснить. Несломленные не сдаются так просто, как гвардия Виндериенов. Он медленно вытягивает оружие. Значит, это ты тот подонок, который нам тогда досаждал во время кампании во плоти. Я ждал этого дня. Заметив Баррика, он морщится. Эта штуковина разговаривает? Вторжение плоховато повлияло на приспешников Кейроса, да? Угу. А не заинтересует ли тебя рассказ о преимуществах мира Кейроса? Да, сразу вспоминаю подобные всякие штуки. Типа, у вас не найдется минутка поговорить о боге, там что-нибудь такое. Как у вас здесь обстоят дела? Пусть мы не так сильны, как раньше, но можем дать хороший бой. Боюсь только, что следующий может стать последним, и что наши дни сочтены. Как ни грустно это признавать, начинает казаться, что вступление в хор — это наш единственный шанс на выживание. Он испускает тяжелый вздох. Алый хор потрепал наши силы, преследуя наш небольшой отряд по могиле клинков, чтобы завербовать свою ватагу. Мы могли бы дать им отпор, если бы были на пике сил, но мы выдохлись, устраивая засады на патрули опальных. Так, а не заинтересует ли тебя возможность... не заинтересует ли тебя рассказ о преимуществах мира Кейроса? Мы уже отказались от голословных условий Кейроса, когда началось ваше ничем не обоснованное вторжение. Давай не будем делать вид, что Грэвен Аши стал великодушней с прошлого года, или что при власти Кейроса нас ожидает что-то, кроме рабства и больших могил. Он проводит рукой по слипшимся от пота волосам. Не буду тешить себя иллюзией, что мы оба выберемся из перепутья Зверолова живыми. Так, и два варианта его атаковать. В обоих гнев увеличивается много. Аше хочет, чтобы я закончил Диктбурь. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Аше, я так понимаю, хочет оставить гарнизон опальных и в твердыне... оставить гарнизон опальных и в твердыне часовых. Мэтья сжимает зубы. Не могу этого допустить. Наши цели совпадают только до того момента смерти Стрейдуса и Родина, а после у нас не остается ничего общего. Очень жаль. Ну, предположим. Так, пойдем другим путем. Загружаемся. Попробуем выпилить Алый Хор. Тем более, что они на нас сразу нападут. Говорить. Так. Убейте всех, включая Мэтиаса. Right. Отлично, мне нравится такой план. I'll be your shadow. Так, ну
что ж, поехали. Так, мы уже на самом деле даже по прокачке дошли до какого-то такого условно середины игры. Считайте, почти 10 уровень уже. Так, вот это мне не нравится уже. Так, успел вытащить этого парня. Так, вот этого еще. Опа, все плохо на самом деле. Так. Так вот. Все не очень. Все очень не очень. Блин, все действительно плохо. Она еще и тут стоит. Черт. Такого я не хотел. Че тут нам со всеми только биться, да? Have a look here. С одной стороны, нам проще попробовать этих тогда убить и посмотреть, как Алый Хор на это отреагирует. Так сказать, хочется возможные варианты событий исследовать. Так, они тут прям очень хорошо так стоят, в такую небольшую линию, что нам их, в принципе, будет легко контролировать. Так, сразу же еще кидаем бафы. Так, Улан 3. А, он уже на бафу. Ну, молодец. So... Вот так вот. Ты там с чем? А, ты с кинжалами, а не с посохом. Вот что ты огребаешь-то. Я так думаю. Охерительно. Ну, хер с ним, предположим. Давайте так сыграем. В принципе, мы их и так сможем выиграть.
Ну я нормально так отмахнулся, что не переставил его на посох. Нет, что-то херня какая-то получается. Все-таки их хочу попробовать сначала убить, потому что это быстрее, чем 300. Так, сразу же ставим посох. Так, молот. Ну, а мы тебя переделаем на вот так. Фуга, мечи. Ну, с тобой и так все ясно. On it. Обезвреживаем, чтобы хитроумие подкачать. Так, и вот так вот встаем. Так, барик. Let's be off. Сюда. Фуга сюда. А мы здесь встанем. Вот так вот. Так, отлично, у нас... Опа, их откуда тут столько нарисовалось? Вот это, нихера себе. This is useless. I should try something else. Play it out, you little shit. Так. Сама себя лечи. Тем временем тебе делают уклонение. Так, нет. Тебе тоже. Так, вот так мы делаем. Потом делаем вот так и делаем вот так. This is useless. I should try something else. Так, отлично. Потом вот так. Нет. Лечи фугу. Лечи барика. Will do. Блин, нет. Сука. Все плохо. Все в кучу начали фугу лечить. Так, где она у нас? I'm on it. Вот так вот. Так, спектральное размытие еще действует 20 секунд, окей. Так, у тебя лечения нет, у тебя зато оно есть. Кастуй сама на себя. You got it. Pay attention, kids. You might learn something. Так, и у меня подготовилась, поэтому сразу лечу ее. Так, у них спектральное размытие еще понемногу осталось, поэтому сразу же продлим это дело все. Так, печати еще по 20 секунд. Давай, лечи скорее ее. This weapon is entirely worthless. Pay attention, kids. Will do. This weapon is entirely worthless. Solar prevail.
Так, самое время снова лечить фугу. Отлично. И еще отлично. Pay attention, kids. You might learn something. Raven Ash protects. This is useless. I should... Did I always... Так, ее лечить пора. Так, давай-ка ты сама себя тогда лечи. I'm on it. Так, спектральное размытие закончилось. On it. This is useless. I should try something else. Sorry, you can't do that. Damn thing couldn't pierce claw. Did I? Опа. Печаль, печаль, беда. Печаль, беда. Always have this much blood. This weapon is useless. Ничего не useless, бей давай. Smash to pieces. This is useless. Давай, последний, коронный. Бэм. This weapon is entirely worthless. This is useless. I should try something else. Же? Да ёб вашу мать, а. Damn thing couldn't pierce cloth. Да убейте уже этого Матиаса, чё он такой неубиваемый? Вообще я в шоке уже. Так, бахов время. At once. Вот всякие вам там живучая сила, спектральные размытия, все, все, что вам надо. This weapon is useless. Мне чуть-чуть надо стойку поменять, потому что что-то вот... Что-то у него вот эта стойка не очень. Во, стойка три шепота, вот она норм. Луки, парное оружие. Так, Мэтиас убит, но некоторые противники еще живы, уничтожьте их. Значит ли это, что мне нужно алый хор уничтожить? Возможно. Давай, швыряй свое перо. Отлично. Это было трудно, несомненно. Right. Этот покрытый ржавой пылью импровизированный шатер выглядит не слишком удобным, однако, вне всяких сомнений, сумеет защитить от скверной погоды ярусов. Опа, вижу. Found something. Хе-хе-хе. Хитрые ярусники. Небесный клинок. Ага. То есть они тут еще остались. Будем вот так действовать. Блин, просто их тут оказывается прям дофига-дофига. Так, и еще Ирентис некий. Так.
Отсюда мы не пойдем, здесь какой-то проход не совсем узкий. Вот здесь нам поинтереснее уже. Yes. I am a shield wall unto my... Так, стоп, назад. Сюда, сюда, сюда. Damn thing couldn't pierce cloth. Давай, парень, входи в бой, пора уже. Так, мы начинаем сразу же бафать. Сюда, сюда. Так, ты самолечишься тем временем. Вот это... Да где, господи, и вот это. Да, давай пей, тебе это полезно будет. On my command. Давай спасаем. Отлично. Готовь еще один баф сразу же. Damn thing couldn't pierce cloth. Барик, а ты что, ушел? Ну-ка, дерись давай. Так. Отлично. Спектральное размытие, касание титана и быстрое исцеление у нас еще действуют. Так. Давай, кастуй. И это сразу следующее. Так, сама себя подлечила, умница какая. Сейчас тебя Барик подлечит еще. Барик Ландри. Отлично, она прокачалась и сразу же стала значительно здоровее. Так, касание титана закончилось. Тут тоже закончилось. Давайте, кастуйте. Сразу вот так. Так, какие у меня вообще есть суперспособности? Давайте. Вот на него. Let us take them together. Damn thing couldn't pierce cloth. None stand in our way. Вот так вот, отлично. Так, лечить ее пора. Так, отлично, завезли полечить. Кровь на камнях. Ну, можно? Не могут ее скастовать. Черт, выход из боя. Нет, я не могу. Not a problem, boss. О, нифига, Барику хоть какие-то повреждения начали выносить. Да чё ты не можешь, всё ты можешь. Давай. Damn thing couldn't pierce cloth. This is useless. I should try something else. Take that!
Но это, конечно, слишком долгие битвы, чтобы их потом переигрывать и узнавать, можно ли, предположим, убив Алый Хор, защитить этих чуваков. Ну, не знаю. Pay attention, kids. You might learn something. What's happened then? Attack once. Bam. Отлично, бэнг-бэнг. Опа. Записки Ирентиса. Эти записки написаны в спешке не очень грамотным человеком. В них описываются неустанные попытки вербовки в ватагу Алого Хора, которая преследовала несломленных в могиле клинков. Также там много отсылок к бесстрашному старинному мечу несломленных и описаний неудачных попыток отыскать этот клинок. На одном из листов изображена схема, напоминающаяся карту могил клинков, на которой в восточной части серых стен изображен меч. Неплохо. Сохранимся. На верхнее сохранение, которое мы для этого подготовили. Хотя, нет, все верно. Наводненные старые стены. А что в плане задания там поменялось? Еще парочка осталась, которые почему-то не услышали меня. Щиты и броня укрывают этот импровизированный шатер, давая ему дополнительную защиту от суровой, жестокой местной природы. Неплохо, возьмем. Так, давайте прокачаемся. Так, что у меня тут? Есть. Я не понимаю, как касание титана плюс 2,5 к живучести. Отлично, оно прошло. Ага, 10 здоровья, окей. Ну, на всякий случай. Так. Вот это. Энергетический щит неплохо. Но это не пассивное умение, поэтому это же и минус. Обезоруживание. Плохо. Удар в прыжке. Ага, вот это неплохо. А подождите, у нас что, обезоруживание, что ли, вкачано? Нифига себе. Никогда бы не подумал, ну ладно. Надо просто вот этот тулбар будет переделать, там куча всего лишнего. Так, фуга. Фуга. Плюс 3 к стойкости. Это плохо. Плохо. У нее мало стойкости. А что у нее стойкость добавляет? Что я туплю? Тут же написано текущее значение. Поэтому вот так. Так, ну я вкачал. Чё? Так, а если она уйдет далеко-далеко? Not happening. Во, отлично. И вернется. Будет ли у нас 13?
Чё за... Чё за наебалово? Вот это мне всё вообще не понравилось. Если это божина какая-то мощная, то, блядь... Это не круто ни хера. Блин, надеюсь, там не надо будет драться со всеми по новой, а то... Хотя я вроде дарки сохранился. Да, благо после драки. А-а-а, нет, все нормально, да. Угу. Все, благо нормально. Просто я что-то опять нагнал. Так, а тут у меня чё? У меня паратнику дофига вкачано. Даже не знаю, что вкачать. Такой периодический урон. Я вот просто не совсем понимаю. Давайте вот это возьмем все-таки. По плюс 10 к точности. Почему бы и нет? Yes. I'll stay downwind of our enemies. Hmm. Have a look here. More tallies to the... Not feeling so great. Ну ладно, пусть дерутся. Я думаю, они там с меня справятся. Можно еще, конечно, поглумиться. Да, наверное, даже нужно. Да-да-да, это то, что я хочу. В атаку! Damn thing can pierce cloth. At once. Consider it done. Теперь Баррику нет места. I got it. Pay attention, kids. You might learn something. Баррик за познание получает такое. Стоит, смотрит. Вот это да. I'll tear понятно. Your skeleton out by your ass. Right. This weapon is entirely worthless. О, отлично, сейчас мы его толпой забьем. Damn thing could pierce cloth. I'll do it for the north. Will do. Давайте бейте его толпой просто. Ну они еще заклинания накладывают. Damn thing couldn't pierce cloth. This weapon is entirely worthless. Take that. Damn thing couldn't pierce cloth. Bleed out, you little shit. Неплохо. Will do. Интересно, как туда попасть. Там что-то лежит, но непонятно что. Неведомое что-то для меня.
Как сломить врага? Выполнено. Вы убили всех на перепутье зверолова. В живых не осталось ни из алого хора, ни из сломленных. Да ладно. Серьезно? Да что-то как-то не знаю. По-моему, как раз таки и осталось. Sorry, I can't. Ходят вон тут. Не готовые, так сказать, к разговорам даже ходят. Так, Барик вкачался, да. Так, и чё мы Барику подтянем ещё? Кстати, а фуги мы стойку поменяли? У нас сама как в какие-то максимально уебанские встаёт. Абсолютно не спрашивая меня. Так... Брешь в стене. Ну, блин, чё же они все такие бесполезные-то? Ну, не то чтобы это вот супер нужное мне умение. Стойка, железные ноги. Обездвиживание. Обездвиживание цели не могут не могут атаковать и защищать себя. Угу. Ну я не готов такое вкачать, если честно. Давайте брешь в стене вкачаем. Это хоть как-то минимально будет полезно, что ли. On it. Так, оружие надо бы взять в руки. Так, отлично, вооружились, сохраняемся. И значит, алый хор, говорите, мне не обязательно убивать, да? Ну, даже не знаю, хочется уж больно. Тем более, что по заданию написано. В живых не осталось никого, ни из алого хора, ни из сломленных. Точно они со мной поговорить не хотят никак. Потому что я-то мог бы и начать с них. Все-таки, может, действительно с них начать сначала. Ну, давайте, интереса ради, начнем. Если что, за кадром я попробую этих несловленных завалить, чтобы запись не перегружать. Попробуем начать с алого хора. Попортим с ними отношения. Так... Heads up, we have company. Так. I will aid you. Устроили тут, начали агриться на моих магов. Так. Смотрим, что из моей эпизодки получится. Так.
Да, вот так. As this is useless, I should try something else. You got this is you. А, он все-таки со щитом. Хорошо. Так, лечи его. I should try something else. Sweet merciful Kairos, not again! Ранение получилось, дорогой. Это говёно. Блин, они сильные так-то. Так-то они, зараза, сильные. Блин, меня там стоит один лупит. Ну а, пока эти тут развлекаются. I'll tear your skull, not my wrath! Чего, он взрывается еще? Вот это мать его, да. Так, Лантри получает ранение, что крайне херово, конечно же. Лечи его, давай. Стрел, 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 горилась. I got it. Так, хотя бы Лантри не трогают, что уже хорошо, хотя. Опа! Вот это наезд уже, я считаю. I'll do it for the North. This weapon is it! Entirely worthless. My God. Damn thing could pierce claw. Так, Фуга прибежала лечить пацана. Молодец. Блин, я уже еле живой. Отлично. Так, блин, вообще печаль, беда. Что происходит? Лучник на меня просто вообще агрится, не знаю кто. Барик, убей лучник, он все, он весь. Блять, снова. Ну я сейчас могу просто откинуться так-то. Сука, блять, а? Вот блядство. I am a shield wall unto my... myself. Так, Фуга там стоит, что-то строчит. Not a problem, boss. Так, надо срочно набафовать всю эту движуху. Так. On it. Лучник, конечно, вообще должен лучник выносить первым делом. Они создают вообще херовую тучу проблем. Тратить уже хилку тоже так себе прикол. Take much more of this. Это еще что за сатана какая-то происходит? I'll take care of it.
Так, а вот ты вот походу вообще попутал, будь здоров. Так, все, пора. You learn something every day. Успел. Так, я подключал. Так, вам надо вообще срочно убивать лучников, потому что с ними вообще никакого спасу нету. Они долбят вообще взад постоянно. Так, не подходи. Так, теперь. Так. Вот. Отлично. I got it. Вы еще лучника, блин, не убили. Какого черта? Я же, блин, нажал на... I'll do it for the north. Умные самые, что ли? I'll tear your skeleton out by your ass. Ходим тут алый хор убиваем. Ага, вы убили солдата алого хора. Can't do that. Так. You got it. Так. Надо от вот этого товарища избавляться однозначно. Right. This is useless. I should try something else. Конечно же, опять по тупому магу убиваем в конце, просто прекрасно. Will do. Damn thing could hear us off. Похоже, эти каменные шипы появились настолько внезапно и резко, что... пронзили насквозь оружие и броню. On it. Так, ничего здесь нету, да? Так, ну, sorry, мы почти порешали уже весь алый хор, на самом-то деле. Осталось совсем немного их тут. Look at that. Так, ну давайте посмотрим, что получится.
Master Quartz. This weapon is entirely worth. I got it. Damn thing couldn't pierce cloth. Ой-ой-ой, вот это вообще сейчас плохо было. Кайрл, not again! Блин, сука. Это вот вообще говно сейчас было. Неплохая попытка убежать, скажем так, но провалилась она с треском. Right. Целебный нож. Потрясающее имя. Так. Stepping lightly. Consider it done. Come at me, meat. That was. Такс, начинаем бафать. Активно. Will do. Так, тебе самому себя придется подлечить. Давай. Да ёб твою мать, а! Какого хера? Полное ж здоровье было. I've got it. I'd have it no other. Look at that. Чёрт, блин, я же их на карты не посадил. Вот дерьмище, а. Ладно, хер с ним. Так, все, пора суперлечение уже делать в самом начале. Синхронение вообще просто шикардос. Сила в страдании у него активировалась. Так, а где я? Вот он я. Капец, вообще происходит вообще просто ад. Просто пиздец. Он такие спеллы вообще, этот ПР кидает. Я просто даже не знаю, что делать. I should try something else. Причем они задевают всех разом.
Так, сразу же лечим сами себя. Ты тоже себя лечишь. Should... Блять, это просто пиздец, конечно. Try something else. Не знаю, бросив него дерьма, что ли. Эх, фуги, пизда, походу. Черт, как же бы ее спасти-то? Выход из боя — это все. Конец. Этот сейчас дочитает заклинание. О-хо, успел. Блин, ни у кого. А, у тебя готов, отлично. Давай, на фу, дай. Прям вот вообще вот, прям еле-еле успел. Конечно, в жопе полный просто. По нам лучник лупит вообще как только можно. Нет, давай-ка ты лучше лечи себя. You got it. Блядство. Так, будем тогда действовать по-другому. Так, фугу мы пересаживаем на лук. Здесь мы готовим засаду. Right. Так вот, попробуем сделать. Кидаем. Look at that. Future course. Так, стоять. И немного отступаем. Да беги ты, долбоёб. Так, сейчас хотя бы все не сагрились. Отойди немного. Ты отойди. Все. On it. Должно получиться. Есть, по крайней мере, на это. Так, сразу же. Мага, кидай огонь. Блин, он опять это говно начинает кидать. This is useless. I should try. Something else. Блин, как бы оглушить его, может? Чем-нибудь бы. As you come out. Так, ударение на него неплохо хотя бы действует. Отлично. Так, вот по одному мы их худо-бедно валим. Осколки стеклянного фиала. Хорошо. Так, идем дальше в атаку. Moving cautiously. Целебный нож тут жив.
Так, в связи с чем у нас есть шанс неплохо наступить на них. Ледяной шип мы применим. Присядем. Will do. Send me your chat. Так, один там остался, огонь. Так, кровотечение рисуем. Так, фуга, ага, да, огонь уже готовит, молодец. Not again. This is useless. I should try something else. I got it. Себя отвлечь. Да ёбаный в рот, а. Так. Фуги не готовы еще. Ну хотя бы сам себя возлечи. No, wait. It's blood. This weapon is useless. Пиши его оружие уже. Толпой-то вы его окучите, наверное. Опа, парик в жопу. Да ёб твою ебучую ванал мать, а. Moving cautiously. On it. I'll take care of it. Прокастовали их всем, чем можно, вообще к ряду, можно сказать. Сразу же туда же луком стрелой. Так, а если у меня чем-нибудь, чем-то можно козырнуть? Нифига, они двоих сразу сбили. Вот это да. Right. Так, у Фуги огонь готов. Окей. You got it. Обезоруживай давай их.
attention, kids. You might. As you command. Опа, а у меня тут здоровья мало. Ой, лучника не остался. Ща я его как щенка порву. Ледяной шип ему. Pay attention, kids. You might learn something. Все. Готов. Сколько мы солдата Алого Хора убили? 13. Got it. Эти тюки и ящики с припасами слишком аккуратно уложены, чтобы принадлежать какой-либо в атаге Алого Хора. Ну еще бы. Вон тут трупешники валяются чьи-то. Sorry, I can't. Вокруг разбросаны доспехи и провиант, явно принадлежащие несловленным. Трудно сказать, что окрасила их алым кровь или боевая раскраска харистов. Ого! Приказы целебного ножа. Послание написано неуверенным почерком, но с большим натиском, оставившим глубокие борозды в пергаменте. Нож. Несломленные сильно мешают Ашее и его ублюдочному легиону. Пригласи как можно больше из их числа присоединиться к нашей песне. Особенно внимание обрати на их главу, Матиаса, и проведи его в какофонию в целости. Мы знаем, как ты любишь врезаться в сухожилия и играть в кукловода, но... Порадуй нас в этот раз своей сдержанностью, твой обожаемый лидер. Алый журнал. На деревянной обложке этого папирусного блокнота вырезана алая спираль. Почерк разобрать трудно, похоже, текст писал человек, толком не обученный письмо. Немногие записи содержат стандартные фразы, и, судя по всему, это журнал офицера Алого Хора, описывающий передвижение войск. Даты и местоположение указаны вместе с цифрами, набросками деревьев, человеков и скал. А автор то ли не знал слов, описывающих пиломатериалы, руду и людей, то ли картинки нравились ему больше букв. Большую часть журнала расшифровать невозможно, но в углу каждой страницы указано количество людей, оставшихся в бригаде. Автора, наконец, отчетного дня. Некоторые дни исчисляются десятками потерь, но, похоже, пополнение приходит еще быстрее, не давая бригаде исчезнуть. Это остро пахнущий льняной компресс припарок из красного мха, традиционное средство, которым зеленый уоррен лечит от последствий вдыхания дыма и грязного воздуха. К сожалению, ткань порвана и не может использоваться. Вы можете продать ее торговцу на составляющие. Судно Дархонтами, ага. Неплохо. Так, всякое тут поподбирали. Неплохо, неплохо. Все-таки не зря мы их поубивали. А почему? Потому что голоса Нерата спустил с поводка Архонта Сирин, которая посеяла Хару. Нет. Целебный нож рекрутировал бойцов среди несломленных, хотя его людям запрещено было там находиться. Вот так вот. Так, давайте посмотрим, скажут ли нам эти что-нибудь новое теперь. Sorry, I can't. Так, прокачаемся, конечно же, перед этим. Так, все, конечно же, плохо. Я уже забыл, что я качал. Танец, по-моему. Да, по-моему, танец я качал. Еще всякие штуки повыпадали, которые я, блин, к сожалению, нифига не почитал. Так, вот это я прочитал. Это я тоже. Это убираем. Убираем. Предметы для заданий. Ох, сколько у нас всего-то. Эдикт Кайроса. А, это старый про зал Вознесения. Карта патрулей опальных. На этой карте найден... Найденной на трупе Элли нанесены маршруты патрулей несломленных. Она также содержит примечания по донесениям разведчиков опальных и поправки к графику этих перемещений. Последующие комментарии предполагают, что эти сведения были получены от связного валом Хори. А-та-та-та-та.
Эх, из-за ранений у меня всего 66 знаний. Аксессуары. Нет аксессуаров. Так, ну окей. Мне просто показалось, что мало ли мы какой-то дневник пропустили. Так, Фуга, у тебя как раз-таки... Чё у тебя? Ага, вот эти луки-то получше будут. Ну, у них расстояние не такое большое, пробивание брони так себе, зато урон, точность и восстановление больше. Длинный лук, 20. Хотя, ну, у меня всё-таки получше, у меня с пробиванием брони, поэтому этим и продадим. Так, это легкая броня. Угу. Причем неплохая. И она фугил больше подойдет. Так, а у меня там случаем нету легкой брони, просто эту бы я оставил, скажем. Потому что с легкой броней у нас все-таки борода немного. Так, это что такое? Неплохо, но я думаю, я их фуги предложу. А, у нее, в принципе, такие же. Мы их оставим. Наручи дворянина. А, они вот ему больше подойдут. Да, хорошие, давайте оденем на него их. Жажда целебного ножа, кровожадность, ярость при убийстве. Это шипастый и злобного вида клинок использовался для пыток и вскрытия пленников. Целебный нож редко его чистил, кроме кромку покрывает ржавчина и хлопья засохшей крови. Ярость при убийстве возрастает. Даже не знаю, у него не особо как бы больший урон. Точность не особо большая, да куча. Но в отличие... А, тут у меня хищник есть. Он хищник получше будет. Оставлю просто, хотя... Фуга, что думаешь? Оставлю себе пока что. Так, сохраняемся. Посмотрим, что они нам сейчас скажут вот тут. Я в конце концов веселый хор вам поубивал. Так, и третье сейчас предлагаем ему. Нет, к сожалению. Поэтому придется его убить. Так. Ну, хорошо, в принципе, когда мы его убьем, у нас это задание выполнится, поэтому, как бы, я не знаю, давайте поставлю на паузу, посмотрим, там, может, что-то в конце, конечно, изменится, а убью я их всех за кадром. Итак, я, собственно, всех убил, ну, и, конечно же, ничего не поменялось, мы абсолютно так же выполнили задание, как сломить врага, и абсолютно тот же самый текст, только в одном из вариантов, в принципе, Алый Хор можно не убивать. Что так напишется, что мы их убили. Но если мы их убивать не будем, то мы не получим приказы этого какого-то там ножа, короче. Забыл, как у него полное имя. И не сможем пополнить квест «Суд над Архонтами». Вот, как бы то ни было, на сегодня мы закончим. На этом всем пока и удачи.